весна. Какая красота на таких маленьких елях. Такие шишки. Вот смотрите, уже паростки идут на следующий год. Как странно, вот у нас сейчас 11 мая, а мурашки не проснулись. Ну, как... Кукушка кукует вдалеке где-то. Ну, весна такая в этом году очень поздняя. Морозы, вот сейчас вот последние дни очень сильные морозы. По ночам такие, ну, прилично для мая очень много-то. Снег падает, град. Ну, что хотеть. В этом году удивительное время. В конце марта, в начале апреля была гроза. Как говорят в народе, гроза на голый лес. То есть данные события говорят о том, что будет голодный год. Холодный, голодный. То есть в таком пришли мы состоянию со своими питание, молодые посадки, такое место, где бывают зверюшки разные. Вот мы сейчас один год я здесь бывал, здесь ентовидные собаки, ну, еноты так называемые, да, порыли, норы имеют. Вот сейчас собаку свожу туда, интересно даже посмотреть, что там будет. Будут ли там еноты. Где-то на опушке, вон туда, в ту сторону. Сейчас попробуем туда сходить и поснимать. Очень место интересное, нор много. Видишь, что-нибудь да увидим. Тухлявые. В форме норы тоже. Когда кто-то живет. Где-то вот в этом районе. Так, сейчас вспомню, куда я здесь ходил. Вот. Идем, идем. Как-то вот не помню, это было года 4 назад, наверное. В принципе, места такие глуховатые здесь особо. Видень. Да вообще никогда никто не ходит. Грибы, я помню, было их очень много. Ну, сейчас визуально, если я вспомню, наверное, здесь, потому что как-то очень похоже это на то место. Было много-много нор. А, ну вот оно. Я был прав. Видишь, память еще есть. Вот, нора уже старая. Тут он много. А это довольно свежая нора. Ну как свежая? В этом году использовала леса, вероятно, эту нору. Потому что песок порытый. Что-то вот копалось. Что-то она тут делала. Бака там что-то унюхала. Да, ничего нет. Ну, по крайней мере, тогда здесь было как-то интереснее. Ага. Ищи, ищи, ищи. Что там такое? Ну, такая местность. Трасса вроде бы недалеко, но место глуховато.
Идем дальше. Называется закат. Лес здесь очень красивый, такие вот леса мне очень нравятся. Таким таежным таким привкусом. Интересный лес. В этом году зимой я здесь чуть далее, правее туда ездил, снимал. Снимал, правда, на мобильный телефон. Было много кабанов. Там такая серьезная. Рытвины такие. Ну, такие вепри, следы приличные. Здесь вот кабаны после этой чумы. Их всех истребляли. Ну, я так понимаю, какие-то выжили. Но вот такие серьезные были звери. Видите, человеческих следов нету. Обычно по каналам люди ходят, а здесь пусто. Ну и звериных особо нету. Господа, возникают такие события у людей. Хотят жить в городе, уезжают в город. Многие, знаю из моих друзей, знакомых, но кто уехал в город. Я не понимаю до сих пор, как можно бросить эту красоту и поменять на бетонные каменные здания. Где... Вот я сейчас приехал из Москвы, но, честно скажу, как-то Москва и вот этот лес рядом не стояли. Здесь хочется быть и быть, слушать этих птиц, смотреть на эту красоту, видеть это преображение растений, вот так как с почки потом получается веточка. И дальше. Идет рост растений. Как-то жизнь, она заметна здесь, в этой сельской местности. Как уезжать в город, не понимаю. Думаю, сегодня у нас круг будет небольшой, километров 5-6, ну, может, 7 по лесу мы пройдемся. Ролик, конечно, будет короткий, но я эпизодами снимаю, но тем не менее. Сейчас потом повернем направо, туда направо, пройдем по лесу, выйдем на лесную дорогу. Должна быть дорога где-то в том направлении. Ну, собаку выгуляю, сам прогуляюсь. Вам лес покажу весенний. Вырубка была. Ну, уже на моей памяти, я даже помню, когда вырубали. Как-то уже вырос лес. Лет за 10, наверное. То есть лес растет быстро. Такой следок имеется. Кто знает, в комментариях пишем, что за след, какого зверя я здесь наблюдаю. Чей это след? В этой местности. Сразу говорю, это не корова однозначно, потому что ее здесь не должно быть вообще в определении ближайших ферм и населений с людьми, ну, наверное, километров за 10-12 нету, поэтому это не корова. А какая зверина, напишите, пожалуйста, в комментариях под видео.